Ремонтные работы в здании родильного дома на Ленинском проспекте в полном разгаре. Бригады задали внушительный темп. Капитальный ремонт на объекте стартовал летом прошлого года. Ход масштабного капитального ремонта на особом контроле властей. Реконструкцию оценила и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина. Такое обновление – это долгожданное событие для многих коллектива медицинского учреждения и прекрасной половины жителей Химок. Это долгожданный для нас объект. Очень приятно, что пристальное наблюдение есть из стороны депутатов. Это значит усиленный контроль в несколько раз. Мы надеемся, что стройки будут соблюдены и роддом уже в новом свете откроет свои двери для наших милых и любимых женщин. Площадь объекта более 5000 квадратных метров. Родильный дом спустя полувековую историю преобразится как снаружи, так и внутри. Сегодня здание уже обретает новые очертания. Обновленное медицинское учреждение будет соответствовать всем современным требованиям. Оснастят его по последнему слову техники. Это объект, который абсолютно необходим городу. Объект, который имеет большую историю. Но это не просто какой-то ремонт. Это очень много изменений внутри здания. Поменялась вообще и структура. То есть все, что современное сегодня можно, то будет находиться здесь. Капитальный ремонт выполняют в рамках госпрограммы здравоохранения Подмосковья. Планируется, что все строительные работы завершат в декабре этого года, а принять первых пациенток в обновленном здании смогут уже в начале 2025-го. Анастасия Кравцовская, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.